Как столица встретила новосибирцев? Мы связались с театрами-номинантами на «Золотую маску» и готовы рассказать новые подробности. Мюзикл «Ви» театра музыкальной комедии заявлен в 4 номинациях. В социальных сетях зрители пишут отзывы о яркости и масштабности постановки, комментируют и известные культурные деятели страны. Театр вот последние годы набирает обороты и уже готов к большим работам. Вообще «Ви» — это очень большая, конечно, серьезная работа, но думаю, что это еще не все, что может сказать театр сегодня в жанре мюзикла. Еще ресурс большой. И вот я лично, как композитор, очень хотел бы этим ресурсом воспользоваться.